Привет, меня зовут Александр Марс. Я преподаватель в XSSR Academy. Сегодня вы узнаете, что нового появилось в четвертой версии программы Melodyne. Когда речь заходит о таких вещах, как тюнинг вокала, а также его обработка, многие сразу вспоминают о плагине Melodyne. Совсем недавно вышло обновление этой замечательной программы. Если вкратце рассказать о возможностях Melodyne, то это будут тюнинг вокала или партии музыкального инструмента, перевод из аудио в MIDI, тонкая настройка модуляции высоты звука, а также полифоническое редактирование на основе технологии DNA. В четвертой версии Melodyne действительно получил новые возможности. Похоже, что Melodyne постепенно превращается в рабочую станцию. Что же появилось нового в Melodyne 4? Это звуковой редактор. Благодаря расширенным возможностям спектрального редактирования, вы не просто можете редактировать отдельные ноты в аккорде, но и изменять их индивидуальные частотные характеристики. Спектральный анализатор накладывается на отображение частотного спектра, что позволяет определить, где находится наибольшая спектральная энергия, которая и создает тембральную окраску. Но не похоже ли это на обычную эквализацию? Эквалайзер просто изменяет громкость определенного частотного диапазона, а здесь же идет привязка к ноте и ее гармонике. Для каждой ноты вы можете менять громкость звучания каждой из гармоник. Также появились новые возможности для саунд-дизайна. Это просто бомба. Melodyne 4 также привносит элементы управления синтезом в обновленном звуковом редакторе, предлагая управление огибающей для амплитуды, форманты и изменений спектра. Также имеется псевдоресинтез, встроенный в звуковой редактор. Он анализирует звуковые гармонические составляющие и генерирует синтезированную версию того же звука. Эти контроллеры при определенных настройках могут давать эффект частотной фильтрации либо гармонических изменений. Далее мультидорожечность. Несколько треков можно отображать и сочетать в одном окне для редактирования, что упрощает совмещение различных частей. Эта функция доступна только в полной версии. Технология прямого доступа к нотам Melodyne Direct Note Access теперь может использоваться на нескольких дорожках, но их ноты могут редактироваться в общем окне. Появилось определение и манипулирование темпом. Melodyne также может самостоятельно определять темп выбранного звука. К примеру, если в записи музыканты меняли темп композиции, то теперь Melodyne анализирует материал, и вы получаете кривую темпа, которую впоследствии сможете изменять в любой ее точке. Ну и конечно же, новая версия Melodyne стала еще более красивой и удобной в использовании. Кстати, вы можете скачать эту программу бесплатно на сайте celemony.com. Триал-версия будет полноценно работать в течение целых 30 дней. В ближайшее время мы постараемся записать более подробный туториал по обработке вокала с помощью Melodyne, а также использование Melodyne при саунд-дизайне. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, это стимулирует меня на запись новых видео. Чтобы первыми узнавать о новых видео, подписывайтесь на нас ВКонтакте, а также здесь на нашем YouTube-канале. С вами был Александр Марс, до новых встреч, пока!